И вот мы вновь вернулись к нашему офису. Мне очень нравится. Да, здесь потрясающее окружение. Это лучшее место, где я работала. Мне здесь очень нравится, и, наверное, понравится еще больше. Да, ты хорошо впишешься. Один последний вопрос. Когда у тебя день рождения? Когда у меня день рождения? Да. Мой день рождения? 9 августа. Божечки, он лев. Как вам? А до него были близнецы. Да, осторожнее, у львов большие амбиции. Что? Лев! Порычи. Давай, порычи. Я должен порычать? Прям как лев. Может быть, расскажешь немного о себе? Ну, я довольно спокойный человек, ухожу. Типичный лев. Боже, я прям жду, когда шоу начнется. Я правда не понимаю, о чем вы. Хочешь, чтобы тебя все любили и быть в центре внимания? Понты прям в воздухе ловить можно. Нет, я просто пытаюсь. Не-не, ты клевый, ты нам нравишься. Спасибо. Хоть ты и лев, но не нужно понтоваться больше, чем уже понтуешься. Ладно, Симба, пошли, я твое рабочее место покажу. И твое место теперь прямо тут. О, классно, мне тут нравится. Я положила тебе красный маркер, потому что думала, что ты лев, а львы любят красный цвет. О, так что... Спасибо, мой любимый цвет синий. Нет, не синий, красный. Мой любимый цвет красный, понял, спасибо. Надеюсь, тебе у нас будет уютно, окей? Да, мне очень уютно. Угу, да. Если что-то будет нужно, дай знать. Крутяк. Хорошо. Очень-очень приятно с тобой познакомиться. Эй, ребят, хотите пончики? Оу. Хочешь один? Да, вообще схватил бы. Сейчас на полном серьезе? Божечки, простите, я просто каждый раз из себя выхожу от ее негативных скорпионих волн, которые просто бьют по мне. И сама не видит. Она просто пончик предложила. Приносит ложку своего скорпионьего негатива. Боже ты мой. Зачем ты это сделала? Чтобы она не проникала в твое жизненное пространство. Будь с ней осторожней. Да, она милейший человек, которого я видел. Она скорпион. И что? Это просто знак зодиака. Да, окей, это просто знак зодиака. Я просто хотел пончик. Это знак зодиака. Йоу, парень лев, эй! Меня зовут Анвар. О, да. Ну, прям типичный лев. Я сразу хотел сказать то, что я телец. И мы не особо совместимы. Так что, если нужно будет поговорить, то обратись к моему бро или напиши мне сообщение. Давай. Надеюсь, никогда не поговорим. Хорошо, принял. Ты мне говори, я ему передам. Мы уже начали? Просто передай ему, что я сказал, хорошо, принял. Эй, он говорит, что принял. Эй, мой бывший был лев, и я не думаю, то, что мы сработаемся с тобой. Прости. Вообще-то, ты не в моем вкусе, так ты что... Ты не против, если я прямо тебе скажу? Да, конечно, говори. Я свободна в четверг. Окей, круто. Эй, новый парень лев. Я весы. Наши знаки полностью совместимы, и я подумал, может, мы можем после работы дернуть пивка, узнать друг друга получше. А, нет, я не... А на выходные я нам забронировал поездку для лучших друзей. Ты можешь прямо сюда привезти свои вещи, и мы на машине отсюда же и стартуем. У меня все расписано было, но... Я слышал ваш разговор, но она тебе не подходит. У меня есть замечательная сестра, и сестра? Она... Сестра? Очень красиво. Ты можешь с ней встретиться, жениться. Мне норм, чувак. Я тебе все данные скину на e-mail, и там еще есть кое-что обо мне. E-mail? Откуда у тебя мой e-mail? Адрес и все, что нужно знать. Да, извини, как тебя еще раз зовут? Зови меня Весы, бро. Хорошо, я запомню. Весы. Эй. О, эй. Ты хотел пончик, я нам по одному оставила. Я очень люблю пончики, спасибо. Нет, нет, этот я себе оставила. То есть я тебе оставила пончик, а ты после этого вот так со мной поступаешь и берешь со мной. 2 месяца спустя. Большое спасибо, что пригласили меня на собеседование, я очень рад. Да, это просто моя работа. У меня, правда, остался только один вопрос. Когда у тебя день рождения? Алло. Добрый день, мистер Робертс. Да, я из свежих красок США. Меня зовут Эдвард. Не хотите ли вы купить... Я из свежих красок США. А не хотите ли вы купить краску? Нет. Это... Да, на какой день вы хотите заказать краску? Она постоянно ходит на кровать. Нет, мэм, я вам краску продаю. Это не о вашей кошке. Окей, до свидания. То есть ты реально спасибо, сейчас звонишь свежий. По этому номеру? Слушай, я просто собираюсь с ним поговорить. Прекращай. Не, я прекращу, когда разберусь с этим. Эй, это Эдриан? Эдвард. Еще раз спрашиваю, это Эдриан? Да, это Эдриан. С хера ли ты моей девушке наервишь? А почему твоя девушка наервивает мне? Слушай, чувак, прекращай звонить моей девушке. Или что ты сделаешь? Я тебя убью. Ты мне ни хрена не сделаешь. Майкл. Я тебя поломаю, чувак, я тебя найду. Да, удачи, дружище. Я тебя найду и все кости тебе переломаю. У меня для тебя новость, Майкл. Чё? Один нюанс.
Чё? Я твою девушку раскатываю. О, это ты зря. Ты изменял мне с этим парнем. Эй, мужик, это вообще не твоя вина. Все дело в том, что я просто лучше. Заткнись, я пытаюсь с твоей девушкой поговорить. Слушай, просто дай ей телефон, и мы с ней все решим. Слышу, хочу с тобой поговорить. Алло. Привет, малыш. Какие планы на вечер? Не знаю. Может, второй разок? Я оторву тебе все конечности, а после этого отправлю... Ты мне ничего не сделаешь. Я сделаю. Ты не сделаешь ничего. Я сделаю. Ничего. То есть я так говорю? Забей, чувак, ты так говоришь. То есть я могу так говорить? Эй, а твоя сестренка мне звонила. Ты откуда вообще знаешь мою сестру? Ты ничего мне не сделаешь. Ты ничего мне не сделаешь. Я сейчас соберусь жениться на ней, завести детей. И, по-моему, это фигня. Я хотел вам дом построить. О, ты ремонтом занимаешься? Да, что? Что ж, тебе повезло, потому что у нас свежие краски с США, самые свежие краски по самым свежим ценам. О, так ты работаешь в свежих красках? Не-не-не, я вообще о другом. Я тебя достану. Алло? Я пошутил, алло? Алло? Боже. Привет. Я Эдриан. Я тут новенький. Эдриан. Приятно познакомиться, Эдриан. Не могу прям поверить, что это происходит со мной, чувак. Я так взволнован от этой работы. Ты выглядишь дружелюбным, чувак. Ты реально клёвый. Я надеюсь, мы станем хорошими друзьями, мужик. Прости меня. За что? Эй! Кто тут Эдриан? Я Эдриан. А, это мой первый день. Мне показывается, все нравится. Я ничего не сделаю, я сейчас продемонстрирую. Почему вы на меня злитесь? Эй, чё ты хочешь, чувак? Сюда подошел. Я ничего не сделаю. Свежие краски США. Эй, моя мама никак не может заполнить заказ. А знаешь места, которые я могу заполнить твоей маме? Слушайте, есть чистые конверты? О, да. Спасибо. Обращайся. Ладно. Так, когда ты сможешь мне отдать эти документы? Ну, это было круто. Эй, а чё происходит? И за какую я команду? Thank you.
Хорошо, хорошо. Ля. Да брось! Синий – это мой любимый цвет, поэтому я хотел бы найти что-то... Эдвард! Я видел, как ты снова спал. Если и сегодня ничего не продашь, уволю. Да, босс. Здравствуйте, свежие краски США. Хотите купить свежие краски? Свежие краски США. Нет, сэр, просто успокойтесь. Прекрати. Всего одно ведро с хорошей скидкой. Нет, мэм, я не могу слушать о ваших отношениях. Я говорю, что мы другие проблемы решаем. Это потому, что ты никогда не любил. Здравствуйте, свежие краски США. Хотела узнать, не хотите ли вы купить ведерко? Слишком дорого, мужик, слишком дорого. Да нет, это потрясающая цена. Тихо, спасибо, тихо, не перезвонил. Алло, это Марио. Оскар, это ты? Эдвард. Да, это Оскар. Эй, у меня твои деньги. 2 миллиона долларов, как ты и говорил. 2 миллиона долларов? Мои 2 миллиона долларов. Эй, не так быстро. Докажи, что мой двоюродный брат жив, и я дам тебе деньги. Окей. У нас же сделка. А кто твой двоюродный брат, напомни? Слушай, Филипп просто совершил большую ошибку. Это не повод его наказывать. И он из семьи. Так что если ты грёбаный придурок... Слушай меня, я босс, и будет как я хочу. Я тебе башку откручу. Успокойся. Я босс. Просто тихо, спокойно. Просто из уважения ко мне. Докажи, что он все еще жив. Хочешь знать, что с братом все в порядке? Да. Но... Тогда ща, подожди. Ладно. Иди сюда, Филиппе. Алло? Филиппе, кузен, это ты? Они не делали тебе больно? Си. Я так и знал, они трусы. Скажи мне честно, это все деньги, которые ты у них взял? Нет. Насколько больше? Больше 2 миллионов? Си. Ты серьезно? Си. Так, ладно, все, хватит болтать. Верни трубку, значит, мы не закончили. Все будет, как я хочу, потому что я босс. Мы не закончили. Я про Филиппа. Не говори ему ничего, Филиппа. Вы босс, сеньор. Именно. Я босс. Дай мне с двоюродным братом поговорить. Тогда тебе придется признать одну вещь, то что я босс. Ты просто я по определению босс. Не можешь быть боссом. Вообще-то я босс. Я тоже босс. Тебе что, непонятно, а? Я тебя убью. Гони мои деньги и слушай, что я тебе говорю. Ты знаешь, с кем ты говоришь, а? Ты че, серьезно? Человеком, которому ты должен 2 миллиона. Меня зовут Оскар. Я привезу тебе деньги, Оскар. Оскар Монтана. Я просто хочу. Я босс, и будет так, как я сказал. Че, тебе понятно? Ладно, ладно, скажи, что ты еще хочешь. Тебе понятно? Она быстро сказал, где мой брат. Быстро сказал, где вы находитесь. Сказать, где мы? Сказать тебе, где мы? Ты хочешь знать, где мы? Оно быстро сказал, где вы? Эдвард, быстро в мой кабинет. Да, сэр. Алло! Алло! Погодь секунду, ладно? Эй! Ты куда? Мы не закончили вообще-то. Там какой-то любитель синего берет 2 ведра. Хорошо. Алло, Оскар! Оно не смеет трогать моего дворного брата. Просто скажи, где вы находитесь. Алло? Алло! Оно скажи, где вы находитесь. Да. 3-й бульвар, 492. Да-да-да, да, буду так жить дальше. Хорош. Алло? Эй, не парься, там спросили, и я дал адрес. Дал этот адрес? Да? Какой-то парень предлагал 2 миллиона долларов за двоюродного брата. Снова они со своими розыгрышами, да? Кто тут босс? Кто тут босс? Я босс. Держи. Мне не нужна грязная спортивная сумка. Где Филиппа? Здесь Филиппа нет. Ты же босс, да? Да, я босс. Ты босс? Чё, не такой смелый, как по телефону? Твой первый день на работе. Я помню. Да. Я решу тебе подарок купить, чтобы ты не нервничала. О, спасибо, малыш. Удачи тебе. Спасибо. Это тут. Тут твой стол. Да. Давай пока. Я позже наберу. Хорошо. Все, давай, люблю тебя. Увидимся. Я тоже тебя люблю. Ты ведь Люси? Да. Привет, я да. Мэтт, твой начальник. О, приятно познакомиться. Мне тоже приятно. Да, мы постарались подобрать вам удобное расположение. Надеюсь, вам все нравится? Да, спасибо большое. Здесь просто идеально. Все очень здорово. Да, конечно, ответьте. Алло. Кто это? Малыш. Ты где? Все нормально, разговаривай.
Это мой начальник. А, хорошо. Я думал, что ты другой. Ладно, хорошо поработать. Люблю тебя. Эй, привет, я Том. Если будут какие-то траблы с компьютером или что-то типа того, то обращайся. Спасибо огромное, Том. Я как раз очень плохо... секундочку. Не буду отвлекать. Алло. Кто этот парень? Таком. Что, тебе теперь лысые нравятся? Это мой коллега. Понял, хорошо поработать, люблю тебя. Я тебя люблю. Ты лучше мне не изменяй. Ты что, следишь за мной? Я тебя вижу. Ладно, хорошо поработать, люблю тебя. Пока. Надеюсь, ты мне не изменяешь. Хорошо, нет. Доброе утро. Доброе утро. У меня письмо для Люси. Вы уверены? Да, держите. Ладно. Что, тебе теперь уборщики нравятся? О, еще одну для вас держите. И кто этот парень? Значит, не доставлять мне больше писем, окей? Хорошо. У вас очень красивый пиджак. Спасибо. У вас тоже. Спасибо. Тоже. Приятно было познакомиться. Да. Мне тоже было приятно познакомиться. Тебе очень приятно с ней было. Господи, мне это уже надоело. Прекрати ревновать меня к каждому коллеге. Ладно, хорошо поработать. Люблю тебя. Спасибо, что помог. Ты такой милый. Это кто? Я тебя спрашиваю, это кто? Она с ресепшн. Слушай, в сравнении ты старовата для моего парня, нет? Это женщина с ресепшн. А, с ресепшн, что-то я там не видел. Я ее там не видел. Слушай меня сюда. Спасибо большое за просмотр. Если понравилось это видео, ставьте лайк. Ставь лайк! Не забудьте подписаться и нажать на колокольчик. Нажми на колокольчик. А перевела озвучил виски. Ага.